Запад на носит последний удар. Рынок в упадке и без контроля. Атака не на сильных торговых компаниях. Окончательно выводит все сферы из строя. Дальний Восток в руках косоглазок. Германию покинули наши войска. Я проклинаю правителей толстозадок, пускающих глаза нам тучи песка. Колоссальный ущерб не измерить деньгами. Программа уничтожения работает стабильно, истребляет незаметно шибущих в России. При этом как бы никакого насилия. Меняются власти, а как горят страсти. И новых кандидатов растянутые пасти. Хотят отхватить, да чтобы побольше. Хотят продержаться, да чтобы подольше. Молчат в ожидании цены за родину нашу. Эй, ты продашь ее или не продашь? Все будет далее без свидетелей, конечно. Сделка велика, но велика и цена. Решайся, говорит ему Запад, не стоит делать из мухи слона. Укроешься у нас, заляжешь на дно. Тебе ведь плевать на русский народ. А раз все равно ставки сделаны,